Приветствую смотрящих, всем здорово. Сегодня зашел по рофлу на старый сервачок, на БДшечку, покликать на маги. Потому что на маги я очень люблю играть. Ну и очевидно, потроллить выживших. Для информации, челы играют ну, на старом прям сервере, блять, какой-то констой. Ну, очевидно, тут играет человек 50 где-то, может меньше, я не знаю. Вот, и челы, блять... Чуть больше года сидят, фармят, блядь, я не знаю, не могут себе нормальный шмот одеть, челов. Плюс 12 там условный круг, нихуя камней нет. Ну, короче, челы, ну, не понимают, как в это играть. Вот, ну и зашел в очередной раз поглумиться над ними, потому что челы просто по КД хуйню спамят на форуме. И это довольно-таки бесит. В том, то, что, ну, блядь, ну, насколько можно быть такими тупыми. Вот, ну, как говорится, без негатива. Напомню вам, ребят, то, что стартует сервачок у нас новый этим летом. Будем залетать кланом, сам буду залетать на косе. Ну и самое главное, это забрать марафон 1x1 арены. Вот, также напомню, что порезали мне голду очень сильно, до 1000 голды в месяц. Вот, это тоже, я думаю, плюс-минус как-то повлияет на меня. Ну, напомню вам про реферальную ссылочку, по которой вы можете зарегаться уже на старт. Да, думаю, будет скоро уже непосредственно старт. Вкусные бонусы плюс титул плаки-плаки. Помимо титула разная расходочка, полетики, стили и так далее. Также у нас скоро, кстати, когда уже? О, через 3 дня. Через 3 дня заканчивается розыгрыш среди рефералов на 1250 голды на старт сервера, ребят. Так что обязательно участвуем. Также напомню про клан. Довольно-таки хороший ПВП-составщик собирается. Кто хочет жестко пофаниться, ребят, всем советую. Также... Писать мне для связи будет либо в описании, либо же в закрепленном комментарии. Ну, также можете посмотреть на экранчике, на, не знаю, жалко этих типов на самом деле. Вот этот чел с ником Беатрис, у него вроде ник на форуме тупица. Идеально подходит ему, бля, ну это просто ебаный трэш. Чел играет год, нахуй, просто. Ну, чтобы вы понимали, вот они на БД тут дохуя лутают, РБ, блядь, убивают. Ну, чего они только не делают. Имеет все там просто. Два РБ карты, Р9, блядь, там то все. И просто зашел с кругом плюс 0 челов обоссал. Там двенашка на пухе, круг 0. Там типа, ну, мозг надо иметь, просто кинуть стрелу, склеить с любым скиллом на присте, все. Чел даже этого сделать не может. Также, чё, заряжены на новый сервачок, прям уже супер-мега кайф. Вроде по подписям парочку танков у нас есть. Сразу скажу, если вы хотите залететь в клан, у нас очень прям трепетное отношение к танкам, пристам, мистикам, друидам. Вот, еще кого-то забыл, возможно. Так что, если же вы активный клановый игрок, то можете залететь этими профами и поиграть с нами. Очень много хорошего состава, да, костяка залетает на магах, на косах. Так что проблем с фармом именно РБшек, кланхола вообще возникнуть не должно. Также прям, ну, челики на фуллпотничек залетают. Хотят прям подразгибать этот сервачок в плане шмота, да, банально. Потому что просто сервер чел напикали хуйни. Там синов, я того призрака взял, лучников, бля, ну, танков просто, сотен танков было. Нафикали, короче, чаров, которые вообще не фармят. Вот, но тем не менее мы немного оделись и выиграли все ГВГшки, да, которые у нас были именно боевые, да. Не берем учет там ГВГ уже под конец сервера, 20 на 20 и так далее. Вот, так что, ребятки, что, напоминаю вам про ревку, про розыгрыш. Все, ребят, в описании, либо в закрепленном комментарии. Всех жду, открытие, думаю, будет в июне. И, думаю, скоро подрублю уже пару стримчиков, как только что-нибудь интересное на ЗБТ ведут, что можно будет постримить. Всем пока!